Я уже просто из дома купил трубу Gymflex для утепления. Вот такие вот переходнички всякие. Сейчас буду паять ПП, вот этот вот фигню ПП. Потому что у меня вот она труба шла, и вот не хватило как раз утепления. Вот этого. Оказывается, она на 15 труб, трубу, а я в нее 20-ку влупил. Ну ничего, это нормально. Вот она сейчас вот тут вот пойдет. И войдет вот в эту дырочку, куда сейчас входит вот эта черненькая труба. Надо будет придумать, кстати, коронку, чтобы просверлить сибит. Приезжаю, значит, вот этот вот тело. Носится здесь. Цепь снова порвал. Все ничего, ну блин, его ж пристрелят. Тут охотников, мама, не горюй. Выходи, дикий. Как ты это сделал? Ну как бы натоптал-то еще немного, видимо, недавно. Ну натоптал. А, сегодня у нас вон сколько снега везде. Машина вся была в снегу. В сугроб сплошной. Ты кашу съел? А что ты кашу не съедаешь, Я тебе что, блин, просто так ее греешь, что ли? Ну, в натуре не съедает. Батюшки. А, не, натоптал. Ну, вроде как в доме натоптал. Ой, натоптал. А я думал-то, ты у меня нормальный пацан. Да. Вот так вот. Можно приехать, и либо собака бегает, либо собака уже не бегает. Если не штраф, то по морде настучат прикладом. Кто-то спрашивал мне как раз, Алексей, у вас охотники есть? Есть! Охотники у нас есть. О, кстати, сейчас тепло. Надо обойти с той стороны это веранды. Ну-ка, пойдем. Иди сюда. Только у меня, скорее всего, сейчас запотеет камера. Но попробуем выйти на веранду, она должна уже отпотеть. Сразу. Там не будет такая жара. Машину сегодня отметали. Капывали. Заходи, заходи. Иду скукожившись, блин, потому что еще организм сопротивляется. Заходи, дальше иди, дальше. Организм еще, короче, сопротивляется холоду. Это ненормальное состояние такое вот, нехорошее. Идешь скрюченный. В куртке все, в тепле, но скрюченный. Сейчас камера резко запотеет, мы выскочим, она отпотеет. Перенес аж вон туда вниз, ну вот запотело. О, да, нигер. Даже, по-моему, тут сейчас камера не отпотеет. Ну, точно. Ладно. Вещание из тумана. Здесь. Вот сейчас футболку снимай. И куртку снимай, ходи в футболке. Вот реально. Вот такая температура здесь, вот в этой веранде. Но я понимаю, что вы ничего не видите. Давайте вы просто поверите мне на слово. Можно даже вот отсюда стрим заводить, но днем, когда солнышко. Иначе не получится. Да, камера запотела полностью, и протирать ее бесполезно. Ох, как здесь хорошо. Боже мой. Надо открывать окно. Постараюсь чуть попозже сделать снова ролик, потому что сейчас солнышко у нас вверху. И подержу камеру здесь в доме, чтобы она оттаяла. Тепленькая была. Ладно, не буду вас мучить туманом.